Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка, продолжение предыдущей. В прошлый раз мы распаковали основной комплект освещения Philips Hue, так называемый Playlight Bar, игра света прямоугольного. И есть еще к этому комплекту расширение, вместо двух получить три. Вот он поставляется в такой упаковке. Пришло это сразу же все в виде одного комплекта, а именно основной свет Playlight Bar и вот этот вот второй. Все это пришло из Китая, с AliExpress, при помощи Казань Экспресс. И как результат у нас в достаточно хорошем сохранности упаковки. Так, здесь уже лежит блок питания, который был взят из основного блока, потому что здесь есть три гнезда для подключения. Два у нас используются в предыдущем случае, ну и третий вариант используется здесь. И давайте смотреть, что находится внутри. Возвращай часть потраченных денег с кэшбэк-сервисом Lady Shops. Установи расширение для браузера, чтобы отследить динамику цены и найти товар по самой низкой, выбрать надежного продавца и вернуть кэшбэк в один клик. Lady Shops. Пришла вот в такой упаковке, где все запечатано. Дополнительное устройство работает на протоколе ZigBee. Как уже говорил, есть у других производителей тоже на этом протоколе, но надо смотреть, лампочки подходят, не подходят. И здесь третий вариант, тоже 490 люмен, 6,7 вольт. Ну и температуры различные, и 24 вольта. Да, кстати, работает до 25 тысяч часов, так как LED освещение. Ну и здесь вот сказано, что нету вот этого адаптера, потому что он находится в основной пачке, поэтому его покупают как дополнение к нему. Ну, либо ищите блок питания 2.4, 0.75 ампера, 21 ватт всего расходует. Вот такое блок питания на один разъем, если вы покупаете только это, как дополнительно. Ну, и здесь показано, что он находится внутри. Тоже идет расширение, можно его и на телевизор установить и так далее. Ну, и давайте вскрывать, смотреть, что находится внутри. А внутри, как и в предыдущем случае, у нас находится светильник с кабелем. И тут около 2 метров, по-моему, 1,8. Сам светильник. Так, дальше находится такая же коробочка, где идет инструкция. Да, идет. Он тут приклеилась. У нас 3М. Ключики, винт для того, чтобы закрепить сюда подставки. И здесь на английском, немецком и еще ряд языков европейских. Гарантийные обязательства и принцип установки показан. Ну, тоже вот можно на телевизор закрепить при желании. Либо отдельно куда-то поставить эти светильники. И здесь тоже две подставки для того, чтобы установить двухсторонний скотч 3M. Ну и здесь подставка для вертикального расположения, это для горизонтального. Чтобы закрепить данное устройство. Для того, чтобы у вас происходило освещение. Ну и давайте подключим, посмотрим, тоже функционирует, не функционирует данный светильник. Здесь. Вот здесь, кстати, написано, если видите, на белом фоне Philips. Не знаю, видно, не видно. Для этого давайте воспользуемся адаптером и включим, соответственно, в розетку. Ну и как в предыдущем варианте, у нас включился теплый свет белый, ну а остальные цвета мы уже посмотрим по месту, когда это все дело установим. И давайте приступать и смотреть конечный результат.
я вам продемонстрировал расширение освещения Philips Hue, а именно Play Light Bar, который устанавливается для расширения световых возможностей от телевизора Philips с Ambilight, ну либо просто без Ambilight для того, чтобы настроить какое-то освещение, но тогда в противном случае данное освещение будет взаимодействовать с основным устройством Philips Hue Bridge и устанавливается тот цвет, который будет у вас постепенно мигать, светить и так далее. При помощи мобильного приложения вы можете там установить время включения, время отключения, режимы и так далее. А если у вас есть телевизор, то в результате вы можете расширить то освещение, которое идет по периметру телевизора при помощи светодиодов Ambilight на вот эти вот устройства. И тем самым улучшить восприятие кино, ну а в частности даже и игр, если вы их применяете. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал, информацию предоставил вашему вниманию. Выбор только за вами. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.